как сейчас помню ее ж твою мать, что никак не удавалось поймать. Ту грань между реальностью смогу и лихорадочным бредом могу. Не слышу я собственный голос, посидеет непременно от такого волос. Ставят диагноз один и тот же сатрапы. Состояние тяжелое, нельзя вне палаты. Устал отчаянно им возражать, что не больной. Знакомый Понтия Пилата следит за мной. Никакого отношения к медицине. Совсем не доверяю какой-то там вакцине. Надо выжить. Не могу умереть совсем. Вот и голос наконец-то спросил: а зачем? Всегда боялся ему ответить, и сейчас боюсь. Рассмеюсь, вража. Он отойдет, и я свернусь. С невероятным трудом открываю глаза, цепляюсь взглядом, но вокруг пустота. А как хочется, чтобы в этом бреду синели оковы с души, решая судьбу.